Полинка, мы вчера занимались, тебе надо нарисовать что-то там. Мама! Да. Снимай ботинки и бери банан. Вот там, где крестик, там тебе надо нарисовать, потому что мне кажется, что мы этот один день пропустили. Вот тут рисуй. Нет, мы это не пропустили. Мне кажется, пропустили. Надо по линии. Да, но если мы пропустили, мы не можем там ничего рисовать. Рисуй там, где крестик. Муся! Муся! Там, где крестик. Нет. Мы не должны... Я хотела по линии рисовать. А то, когда я здесь, если я здесь, тогда не получится. Тогда оно вот должно не очень хорошо это сделать. Кто это был ее? Это мое, бабочка моя. Кто это был еще? Я. А кто это был еще? Я повесила бенчик. А это кто? Повесил? Это ты сделал, да? Да, это я. Я сейчас. Это был твой проект. Папа уже уехал на работу, Муська. И он это видел. Помнишь, вы показывали свои проекты? А что еще? Это дерево. Да? Где это дерево? Все. Окей.